Всем доброго времени суток, с вами Елена, и сегодня у меня видео об орхидеях-повторах. Сокращаю свою коллекцию, убираю повторы. Может быть, кому-то будут интересны эти орхидеи. Это Монако. Это Монако, давно домашнее, взрослое растение. Посмотрите, как промутировал в цвете вот этот цветочек. Это абсолютно взрослое растение. Осенью я снимала с нее деток, с этой орхидеи. Поэтому вот здесь я сейчас попробую достать. Вот у нее немножко оголен ствол, потому что здесь росли две взрослые цветущие. Ну, одна цветущая, одна нет детка. Ой, сейчас покажу корни. Орхидея плохо стоит, потому что там вот внизу проросли корни. И корни вот так везде, по всему горшку. Вон видно растущие, да? Вот это везде, это со всех сторон. Ой-ой-ой, не падай, дорогая моя. Вот. У меня получилось три Монако. Я себе, вот видите, растущий корень. Я себе решила оставить детку, и у меня бантик Монако. Поэтому куда уже, места нет. Вот здесь мало того, что цветет, у нее растущие корни, растет лист. Ну, вот здесь один бутончик сушит. Вот такая красота. Так, сейчас покажу следующую орхидею. Ну, это редкая орхидея вообще. Редкость редкостная. Это тревиза. И тревиза вот в таком светлом цвете. Как правило, она такая розоватая. У меня было два растения в горшке. Одно стандартное розовое, а второе вот такое. Камера немножечко подъедает цвет. Она немножко чуть-чуть ярче. Ну, вот это тревиза со своим крапом, со своей губой. Вот они были по крапу и по губе близнецы. Ну, вот одна розовая, а вторая вот такая. Розовая скоропостижно скончалась. А вот это очень-очень редкая орхидея. Осталась. Но у меня как-то в таком тоне собралось очень много орхидей. И я решила, что сейчас достану аккуратно. Вот, при покупке было два растения в горшке. При покупке корней вот этих вообще не было. Ну, корней было чуть. А сейчас вот так вот растущие корни. У нее очень аккуратная розеточка. Прям очень аккуратная. Орхидея не, и одна, и вторая не пересаженная. Без крайней необходимости орхидеи не пересаживаю. Хотя Монако прям кричит уже. Пересадите меня куда-нибудь. Ну вот так вот. Корни везде. Вот. Сейчас поверну, покажу. Вот, вот так. Везде, вот видно, да, растущие. Единственное, что я досыпала, так как я убирала одно растение, которое совсем безвозвратно пропало, потому что тревиза, как правило, идет с цветоносом из точки роста. Вот так, со свободной точкой. Вот она у меня подросла, нарастила корни. Ну, вот такая красота. Я скажу, вот эти две орхидеи, каждая по 1800. Ну, просто дешевле, но нет смысла продавать. Красивая, очень красивая. Так, ну что? Сейчас я покажу еще одну орхидею. Это тоже дубль. Это Брокер Харт. Камера делает ее ярче. Она очень-очень темная. Она, знаете, бархатная и выскорку такую. Цветок плотный.
ну, восковиком не назовешь, но очень плотный. Вот этот цветонос на два бутона, это она распечатала боковую почку. И вот здесь вот она сейчас растит цветонос. Такая вот орхидейка. Горшок, она тоже не пересажена. Ой, сейчас достану. Горшок маркирован. Корни. Вот здесь вот этот листик чуть-чуть притормозила, но вот она растет новый совершенно лист. Вот такая корневая. Маркировка на горшке, что это действительно брокерхард. Кстати, встречается очень редко, и вот у меня получилось, что у меня их две. Красивая, очень красивая. Камера делает ее совсем яркой. Она очень темная. Ну так, теперь еще. Вот такая красота. Кстати, у Тревиза цветок около, ну, 7 сантиметров. Ну, Монако, как всегда, наверное, около 8. Вот, Брокерхард у нее 7, ой, 5, господи, 6 сантиметров цветочек. И вот Грация. Грация, у нее тоже цветок 6 сантиметров. Зацвела чуть бледнее, чем обычно, потому что, видно, ей не хватило перепада температуры. Жарко было там, где она зацветала. Вот такая вот красавица. Она у меня пересажена. Сейчас покажу. Она у меня пересажена. Вот ее корни. Здесь циофлора. Кора, циофлора. Живой мох. Во всяком случае, когда пересаживала, был живой мох. И вот так она нарастила корней. Плохих корней нет. Вот эти вот корни после пересадки, вот все свежие, новые, она нарастила. Есть растущие корни, я думала, она, ну, еще подрастет, а она взяла и решила процвести. Цветет, вообще цветет она пышно, мультифлора, с ответвлениями, ароматная. Так, ну, пахнет по утрам, первой половине дня. Красивая. Так, еще одна орхидея. Она тоже пересажена. Я ждала, что, ну, вот она должна была, там много корней, но они получились внутри грунта. Сейчас покажу. Это орхидея паприка. У меня было два растения в горшке, поэтому я рассаживала. Вот такая красота. Паприка, кстати сказать, тоже ароматная. Сейчас я достану. Вот. Но при пересадке, знаете, я утряхивала или утрясала грунт, и корни оказались там внутри грунта. Но сейчас я покажу. Вот здесь видны корни. Вот он растущий. Вот здесь у шеи растущие корни ушли в грунт. Ну вот так вот. И где ты, мой дорогой? Вот корень, который смог выйти из грунта, тянется. Сейчас поверну неудобно одной рукой. Вот тянется к стенке горшка. Ну и вот здесь вот растущие корни.
Вот такая вот милота. Вот дала два цветоноса. Ой, после пересадки, конечно, я не думала, что она зацветет, но вот зацвела. Камера высветляет, она намного-намного ярче. Она имеет такой кирпичный оттенок. У нее цветочек 5 сантиметров. Вот эти вот три орхидеи по 1400. Это взрослые растения, мультифлоры в 12 горшках. Они покупались в 12 горшках. Ну и сейчас покажу последнюю, самую маленькую. Это орхидея азиатская. Ее название я не знаю. Но у меня есть очень похожая орхидея. Вот она дала цветонос. И вот здесь вот тут же продлевает. Я покупала на удачку вот эту орхидею. Очень-очень ждала, когда она зацветет. Ну вот зацвела и оказалось, сейчас секунду. Что-то я не нюхала ее как-то. И оказалось, она немного, она, ну, прям на 2 тона темнее, чем показывает сейчас камера. По идее, она должна пахнуть. И на вот этих подростков у меня вот с них и пошла история, напал клещ, но клеща сейчас нет, вот просто вот здесь на листьях. Вот эти поеды, она покупалась в размере 1,7. Конечно, она уже совсем не 1,7. Вот на этом листе еще есть следы чуть-чуть. А этот вот уже здоровый лист после 5 обработок. Никакого клеща, конечно, уже нет, но вид немножечко неэстетичный. Ну и вот ее корни. На мне тоже посажена кора, мох. Вот здесь вот проросли корни сквозь горшок. Ну, вот так это выглядит. Вот. Вот такая красота в этот раз у меня нацвела. Сейчас вот так покажу общим планом. Ну, вот эта малышка, ну, я не знаю. Наверное, ну, в пределах 700 рублей, если кого-то заинтересует. Ну, вот так вот. Такое у меня видео. Фотографии орхидей я выложу на своей страничке в ВК. И если кому-то что-то заинтересовало, пожалуйста, пишите в личные сообщения. Договоримся. Это мои собственные орхидеи из моей коллекции. Поэтому до тепла передержка есть. Передержки не бывает на те орхидеи, которые на розыгрыше бывают из магазина. А на мои собственные, они все равно живут у меня и могут еще чуть-чуть подождать. Ну а всем большое спасибо. Девочки, с наступающим праздником. Наверное, еще рано поздравлять, но все же. До новых видео. Пока-пока.